Вітаю з вами знову. Програма «У центрі уваги». Дякую, що не примикаєте. Рідкісне захворювання, спричинене збільшенням кровяного тиску у руслі легеневої артерії. У травні світ відзначає День знань про легеневу гіпертензію. Уперше Всесвітній день легеневої гіпертензії був проведений в Іспанії 5 травня 2008 року. І з тих пір щорічно усі країни Європи та США, Канада та Латинська Америка, Австралія проводять ряд публічних заходів із метою популяризації проблем та солідарності суспільства із хворими. Більше про це говоримо у прямому ефірі. У нашій студії Оксана Олександрова, голова правління Асоціації хворих на легеневу гіпертензію. Вітаю вас. Також Гулей Андрій, юрист Львівського міського благодійного фонду «Сестри Даміли». Вітаю вас. Вибачте, так. А також Ігор Писаренко, лікар-анестезіолог лікарні швидкої допомоги із міста Запоріжжя, трансплант-координатор. Вітаю вас. А телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої власні запитання нашим гостям, 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Тож 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки із запитаннями або ж із пропозиціями. Панове, ну і спочатку хотілося б з'ясувати, що це, власне, за таке захворювання? Я знаю, що воно дуже рідкісне, що воно взагалі трапляється у 15 осіб на мільйон. На самом деле, да, даже реже, 5 человек на миллион, по нашим данным, да, это то количество людей, которые сталкиваются с этим заболеванием. Заболевание орфанное, очень редкое, и до сих пор неизвестна причина возникновения этого заболевания. То есть постепенно сосуды легких, вот, вот здесь я принесла специально картинку, чтобы вы посмотрели, это нормальный сосуд, который нормально функционирует. И постепенно, по непонятным причинам, его стенки утолщаются, сужаясь вообще до минимального просвета, по которому кровь практически уже не может бежать. И то сердце... крови дуже важко по легенях пройти. Да, но поскольку организм без воздуха не может жить, сердце берет на себя функцию увеличения давления в легкие и начинает работать с нагрузкой, особенно правый желудочек сердца. И постепенно он увеличивается, и очень часто наши пациенты страдают не только от атрофии сосудов легких, но и от увеличения правого отдела сердца, которое приводит очень часто к летальному, к сожалению, исходу. Расскажите, власне, что відчувають хворі на цю недугу? Самые главные признаки, которые вот то, с чем вначале они сталкиваются, это одышка, утомляемость. Это невозможность выполнять какую-то тяжелую работу. Но поскольку чаще всего болезнь проявляется в подростковом возрасте, очень часто врачи путают эти симптомы с вегетососудистой дистонией, с другими заболеваниями. И иногда годы уходят на то, чтобы поставить правильный диагноз. И, к сожалению, это приводит к тому, что когда пациенту ставят диагноз легочная гипертензия, он уже настолько в тяжелом состоянии, часто в критическом. И учитывая отсутствие лечения практически в Украине, отсутствие докладно ще поговоримо, да, звичайно. Угу. Це правда, що взагалі от, люди, які живуть із цим захворюванням, що у них отаке відчуття, яке буває у здорових людей, які щойно пробігли марафон? Да, и именно этому был посвящен вчера проводимый нами День легочной гипертензии, и мы объединились с Киевским полумарафоном. Так, поговорим про это еще докладнее, звичайно. От в Украине есть статистика, сколько людей страждает на эту недугу? Официальной статистики нет, потому что реестры не ведутся. Навіть немає реєстру? Нет. И если официально спросить в Министерстве здравоохранения, сколько у нас таких пациентов, мы спрашивали наша организация, ответа не получили. Поэтому пока мы своими силами, силами ассоциации, ведем реестр пациентов. На сегодняшний день у нас 102 таких пациента. Параллельно с нами, вместе с нами мы ведет такой реестр Центр легочной гипертензии в Стражецах. То есть все у ваших руках, фактично? Ну, на сегодняшний день в центре Стражецка, в сердечном центре Стражецка в Киеве тоже ведется реестр, и по их данным 40 человек, но поскольку они могут поставить на учет только тех пациентов, которые обследовались у них в клинике, не все пациенты могут на сегодняшний день туда даже доехать. Поэтому у нас более обширные данные о пациентах, но это только наши данные. Взагалі, каким чином можно диагностировать хворобу? Для того, чтобы диагностировать это заболевание, надо пройти ряд обследований. Одно из основных является, ну, можно его выявить уже на УЗИ легочной артерии.
То есть вот те симптомы, о которых я назвала, одышка, могут быть обмороки. То есть врачи не должны останавливаться на каких-то общих исследованиях организма, а все-таки сделать функциональные исследования организма. Тест шестиминутной ходьбы очень важен для наших пациентов. КТ делается, МРТ, УЗИ легочной артерии, которая уже покажет изменения в расширении легочной артерии, что может сказать о том, что это заболевание присутствует. Пані Оксано, этого... зазвичай все ж таки українські лікарі, вони, ну скажімо так, можуть професійно діагностувати цю хворобу? Чи, от зважаючи на те, що вона настільки рідкісна, ви сказали, що ну, лише 100 осіб так на всю Україну, чи... Ну, певно, что с этим проблемы, и не завжди, может, лекари так смогут. Вы знаете, в последние несколько лет эта тема поднимается не на одной конференции кардиологической. Очень часто об этом говорят, но, тем не менее, к сожалению, еще очень мало врачей знает на профессиональном уровне, как определить заболевание, как с ним бороться. Усе ж таки, чи є якісь фактори ризику, хто найбільш часто потрапляє під них? Да, обычно это подростки, дети. Это может быть вызвано гормональными нарушениями у молодых женщин после рода. Вообще этим заболеванием чаще болеют женщины, чем мужчины. На 5 заболевших женщин один мужчина. То есть вот почему-то это так происходит, но почему, опять же, медицина на сегодняшний день ответить не может. Какие спадковые факторы есть? Чи якісь хвороби, яким людина перехворіла раніше? Есть вероятность наследственности, но она очень у небольшого процента. Опять же, определен ген, который может быть причиной этого заболевания. Но опять же, это не у 100% всех пациентов отслеживается. То есть это один из признаков заболевания, одна из причин заболеваний у части пациентов. У других, например, нет ни наследственности, ни этого гена, ни других факторов, но тем не менее заболевание возникает. Почему? Пока еще ищут врачи ответ на этот вопрос. И щодо заходів, які учора проводили у столиці, розкажіть, власне, що це було і з якою метою, передусім? Второй раз наша ассоциация проводит День легочной гипертензии в Украине. Если в прошлом году основной нашей целью было поднять вообще уровень проблемы на государственный уровень, чтобы нас заметили, о нас начали говорить, в этом году мы постарались привлечь общественность, опять же, тем, чтобы люди понимали и видели наших пациентов. И мы объединились с Киевским полумарафоном, и цель была такая, что спортсмен, пробежавший дистанцию на финише, чувствует такую же одышку и такую же усталость, с которой живут наши пациенты каждый день. Да. И мы просили, у нас была команда поддержки, которая бежала в футболках нашей ассоциации. Я бы попросила зараз показать наших режиссеров. Это арка, у нас был лозунг «Бьют звін». И мы просили спортсменов ударить в этот колокольчик, который висел на арке, для того, чтобы выразить поддержку с нашими пациентами. И на этой фотографии как раз наши пациенты и частично группа поддержки, которые вот были на вчерашней акции. Пришло очень много больных пациентов, которые тоже участвовали. Они, конечно, не могли не бегать, многие даже тяжело ходили. Это вот один из спортсменов. Ну, складно, навіть там. Очень, да, очень тяжело. И мы просили тех, кто очень плохо себя чувствует, они даже не приходили, конечно, но те, кто смогли, они очень хотели увидеть это своими глазами, и достаточно много пациентов вчера было. Пан Андрій, я знаю, что и у Львова такие заходы так відбуваються, расскажите. Так, у Львова мы планируем 3 травня провести спортивний захід. Він називається «Ходотон, коли повітря залишається осторонь». Ми організовуємо його спільно із обласною організацією спортсменів-інвалідів. Також це Львівський міський центр соціальних служб, НРЦ «Джерело», яке займається дітьми із ДЦП. Тобто, в чому полягає сам цей захід? В центрі міста, в день міста 3 травня, тобто, щоб привернути увагу більшої кількості людей, ми плануємо зробити такий символічний забіг. Це будуть спортсмени незрячі, це будуть інваліди на візках, вони будуть стартувати на різних дистанціях, а також усі бажаючі, хто хоче, також в тому числі і діти, на велосипедах, на самокатах. Спершу, перед забігом, ми плануємо, щоб усі присутні затамували подих на декілька секунд, щоб також відчути, як себе почуває людина хвора на легеневу гіпертензію. І будуть присутні хворі самі, яких ми запросили на цей захід.
Добре, розкажіть, власне, яке лікування і скільки воно в Україні може коштувати? На сегодняшний день принимается в Украине протокол лечения для больных легочной гипертензией. То, что не маем? Пока еще нет, но работа над ним ведется. Есть рекомендации кардиологов принятые, но они касаются только взрослых. Мы надеемся, что в этом протоколе будут уже описаны протоколы лечения и для детей в том числе, потому что это очень важно, потому что болезнь, как я говорила, в основном проявляется именно до 18 лет. А сегодня ліки отримати від держави? На сегодняшний день ни один наш пациент от государства не обеспечивается препаратами. Взагалі. Почему мы, да, в общем-то, и выносим эту проблему на очень высокий уровень, и потому что лечиться, лечение стоит от 40 до 60 тысяч гривен надо пациенту для того, чтобы... Это на рік, на месяц? Это на месяц. И, конечно, ни одна сім'я не може собі дозволити. А де люди беруть кошти? Не беруть, вони просто не лечаться. А яка може, які можуть бути наслідки такого нелікування чи неадекватного лікування? Последствия прогнозируемы в такой ситуации. 2,5-3 года в нашей стране живут пациенты после постановки диагноза. За этот год у нас 8 пациентов, к сожалению, ушло. Угу. Так, є що додати? Також зачасту держава, ну, наші владоможці спираються на те, що запроваджена децентралізація і відбувається розподіл між державним і місцевими бюджетами. Тобто області, міста, райони у містах самі на себе мають заробляти. Тобто їхні бюджети і відповідно, якщо області налічується така кількість хворих, то тобто область сама має забезпечити їх відповідно безперебійним та безкоштовним лікуванням. На даний час, за час нашої річної роботи, нам вдалося саме керівнику нашого фонду Куліж Оксані Анатоліївні зініціювати на рівні області, а це Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, програму надання медичної допомоги хворим з легеневою гіпертензією на 2015 рік. На даний час програма знаходиться в обласній раді, тобто це така процедура, має депутатський корпус проголосувати за її прийняття, а потім її підписує голова обласної ради. Панове, але усе ж таки, от знаєте, коли, ну, сьогодні дуже модно говорити про те, що ми там йдемо в Європу, але саме от такі проблеми ставлення держави до орфанних хворих, в Україні не так мало таких захворювань, і так сьогоднішня наша тема – це лише одна з них. Вона, я думаю, що якраз оце дуже яскраво, є таким яскравим лакмусом взагалі розвитку українського суспільства. Тому що, ну, фактично держава просто закриває очі. Так? А як у інших країнах? Ну, во всех странах, насколько я знаю, в Европе, в других странах, наши пациенты полностью обеспечиваются государством. То есть таких проблем, с препаратами у них нет. У них нет проблем с трансплантацией, когда приходит время, им ее делают. У нас это все недоступно. Щодо трансплантації, я знаю, що більш докладно про це, пане Ігорю, ви зможете розказати. Я читала, що взагалі рано чи пізно от людині, яка хворіє на легеневу гіпертензію, потрібна буде трансплантація легенів. А чи в Україні взагалі випадки були такої практики? Ні, не було ні разу, і не думаю, що скоро буде. Чому, розкажіть? Много проблем в состоянии самої по себе медицини, в состоянии общества, состояние трансплантации как сферы деятельности. Одна из проблем то, что у нас трансплантация начиналась и развивалась в течение десятков лет, как трансплантация почек. То есть трансплантация почти все центры, кроме Киева и Запорожья, это основаны на базе урологических, неврологических центров. Кроме трансплантации почек они ничем не занимаются, ну, и не имеют возможности заниматься. Только с 92-го, по-моему, года у нас началась развиваться трансплантация не почек. Но а это... чому так? От поясніть все ж таки мені. У нас що, ну, не вистачає фахівців? Можна сказати, у нас не хватает всего. У нас нет больных, кому надо пересаживать. Мы можем заявлять, что там требуется пересадка тысячам пациентов, но реально в листах ожидания, как Оксана говорила, у нас находится очень малое количество больных. То есть, ну, это получается десятки в случаях легочной гипертензии, а в случаях других пересадки сердца у нас нуждается тысяча в листах ожидания. Листов ожидания государственных вообще не существует. То есть, если мы будем даже обеспечивать донорские этапы, если мы будем забирать трупные органы, ну, на сейчас их некому пересаживать. Угу.
Але виходить, що ну просто між от, якщо є вибір, так людині зробити операцію або загинути, то виходить, що мовчазна така за мовчазною згодою обирається друге, правильно? Да, ну у нас, ну скажімо так, хірургів, які займаються трансплантацією, у нас в Україні можна перечислити на пальцях двох рук всього. Тобто серце у нас пересаджували два чоловіка, два хірурга. Печень пересаджували два хірурга, почки, ну, около десятка хірурга на всю страну. Їх дуже мало. І після, я, ну, наскільки мені зрозуміло, після от цього скандалу, ще який був кілька років тому, так, в інституті Шалімова взагалі от трансплантологія... Не касається більше родственно, більше живої трансплантації, не касається трупної. В Києві трупної трансплантації не существує, наверное, около 10 років. Просто а от, власне, українське законодавство, наскільки теж гальмує розвиток цієї справи? Вообще принятая точка зрения, что стоит поменять презумпцию согласия, и все будет хорошо. Но это не так. При одном и том же законе в Запорожье... Давайте поясним все ж таки, презумпция что согласия. Это означает? Угу. Ну, достаточно сложная тема, и даже специалисты не всегда понимают нюансы и детали. Считается, что при презумпции согласия больные пострадавшие исходно согласны, что у них будут забираться органы. После смерти. Угу. После смерти, после диагностированной смерти мозга. Это само угу. по себе достаточно сложно. А в чем проблема? Ну, вот... Проблема в том, что это происходит после диагностики смерти мозга. Диагностика смерти мозга на Украине производится только в рамках закона о трансплантации. То есть это не общая медицинская процедура, касается только трансплантации. Ни в какой больнице, кроме как не связанных с центром трансплантации, нет никаких механизмов, чтобы анестезиологи занимались диагностикой смерти мозга. Сама эта процедура достаточно длинная, достаточно громоздкая, занимает много времени, и нет механизмов, которые говорят, что этим надо вообще заниматься. Закон и инструкция сформулированы так, что этим можно всегда не делать. То есть нет никаких механизмов заставить, ну, не заставить, а дать возможность центрам реанимации ставить диагноз смерти мозга. И все разговоры о презумпции согласия, о презумпции несогласия, в чем разница, в чем лучше и хуже, все это должно происходить только после того, как диагностирована смерть мозга в отделениях реанимации. А если этого нет, то мы говорим о пустом месте. Если в Черниговской области подозревают, что за все время, ну, к примеру, не было ни одного диагноза смерти мозга, то при любой презумпции мы получаем в результате ноль. А где же выход? Выход, развитие. В том-то и проблемы всей трансплантологии в нашей стране, не только в нашей, но и везде, что это слишком сложная процедура для обыденной медицины. То есть у нас нет цепочки врач-болезнь-больной, у нас есть цепочка донор, реципиент, хирург, трансплант-координатор, терапевт. То это все задействованы в разной сфере. Если какая-то часть выпадает, то мы на выходе ничего не имеем. Если у нас не развита реципиентская часть, если у нас листов ожидания, нет реестра больных, то просто некому пересаживать. Ведь это же не только физически заявлено, это ну, биологически, что на каждый миллион столько-то пациентов нуждается в пересадке сердца, легких и тому подобное. Но это должны быть реальные люди с адресами, с диагнозами, с обследованиями. Они должны быть предоставлены центром, их нет. Тобто держава має центр трансплантації. Це, наверное, не держава. Це слишком високий рівень. Це рівень Мінздрава, це рівень приказів організації. Ну, держава, Міністерство охорони здоров'я. Да, да. Ну, так як воно цим так займається, воно в цьому ніяк не заінтересовано. Чому? Ну, ну, для начала это не свойственно, наверное, они не привыкли, не занимались, не привыкли этим заниматься. Ну, добре, ну так можемо жити, это знаете, багато років, люди будуть собі помирати, ми просто будемо да. закривати на це очі, їх правильно? Надо, да, їх да. же мало, можна на це... Їх немало. Это касается не только легочной гипертензии, это касается муковисцидоза легких, касается угу. первичного билярного цирроза печени, касается дилатационной миокардиопатии сердца, касается всей почки, это тобто, всего касается. Ну, в принципе, я не знаю, там... Сотні людей, а може і більше тисяч людей гинуть через те, що просто нікому це не потрібно, правильно? У державі. Є що додати, так, пане Андрію? Так, ще такий момент хотів би додати, що хвороба розділяється на 4 класи, і від 2 до 4 класу захворюваності на Україні для лікування легеневої гіпертензії зареєстровані два препарати. Це Ревацио, діюча речовина силденафіл, і Ілопрост Вентавіс, це для інгаляцій. Тобто лікарі, які діагностують легеневу гіпертензію і вже займаються лікуванням такого хворого, радять комбіноване лікування. Але воно є дуже дороговартісним і альтернативи немає. Але в Україні є вітчизняний силденафіл,
але у показаннях його немає легеневої гіпертензії. От, і він, поясніть, що це значить. Він набагато дешевший, тобто держава не може його закупляти, тому що в показаннях немає легеневої гіпертензії. А дивіться, фармацевтичні компанії готові йти на крок реєстрації українського сильденафілу, тобто вносити в показання, робити дослідження, вносити в показання легенева гіпертензія, але вони не готові, що вони не очікують від держави їхнього кроку, що держава створить програму і буде постійно закупляти ці препарати. От фармкомпанія хоче знати, що їй окупиться витрати на реєстрацію цього препарату, а держава оминає осторонь цю проблему і ставить хворого сам на сам із хворобою. На даний час до нас за рік часу звернулося близько 50 хворих із усіх регіонів України. Це не тільки Львівська область. Підопічними нашого фонду на даний час є понад 20 осіб, яких ми намагаємося забезпечити через інших спонсорів або шляхом цієї програми, яка має бути затверджена медичними препаратами, тобто лікуванням. Коли хворий дізнається про те, що він має можливість кудись звернутися, а не він є один з цієї хвороби, бо це дуже психологічно давить на людину. Тому що в багатьох хворих є сім'ї, є діти, вони є чиїмись дітьми, і вони також хочуть працювати, активно себе вести, так як пані Оксана також зазначила, що це є підліткового віку зачасту, які активно хочуть своїми однолітками розважатися, якось жити, а вони не можуть. От у нас є підопічна, недавно звернулася, яка прийшла до нас в фонд, вона по дорозі, ну, вона задихається. Батьки разом з нею приїхали, бо вона самостійно не може. І говорять, от вона цілу зиму просиділа вдома, перехворіла грипом, що дало ще ускладнення. Вона не могла вийти навіть на вулицю. Тобто, але навіть в таких умовах в нас є... А де, все ж таки, от, поясніть мені, якби було адекватне лікування, то такі люди могли б, ну, в принципі, вести більш-менш нормальне так. життя? Тобто, от за кордоном, як відбувається? Там, де держава більше, краще піклується про своїх людей? Ви знаєте, дуже багато залежить від течення заболівання. В будь-якому випадку, адекватне лікування удлиняє життя людини, удлиняє срок до трансплантації. Угу. Нельзя гарантовано сказати, що навіть приймаючи лікування, це буде длинна нормальна життя. Но у багатьох пацієнтів, у яких болезнь розвивається, скажімо так, не очень агрессивно, это поможет прожить достаточно на нормальном уровне хорошую жизнь. И очень важно, опять же, мы сейчас занимаемся тем, чтобы появилась государственная программа по лечению пациентов. И я поэтому хочу через экран обратиться к пациентам, чтобы они обязательно, если они не зарегистрированы, не стоят в реестре нашей организации, чтобы они с нами связывались. Угу. Потому что те расчеты, которые мы делаем и которые даем Минздрав, они основываются на тех данных, которые у нас есть. И очень важно, чтобы это были полные данные. И если получится так, что, а я надеюсь, так получится, что все-таки будут обеспечиваться пациенты препаратами, ну, от ви, може, спілкувалися, от у нас нове зараз, новий уряд, новий очільник Міністерства охорони здоров'я. Він якимось чином взагалі йде на спілкування, на діалог да, з вами? Да. А ми зустрічалися зовсім недавно з заместителем міністра здравоохранения, обсуждали эту тему. Потому что не только наша нозология, но и другие редкие есть заболевания, такие как бульозный эпидермолиз, тоже лишены полностью лечения. И мы сейчас как раз говорим о том, каким образом ввести легочную гипертензию в бюджетную строку, которая поможет финансировать лечение наших пациентов. Вот, несмотря на все принятые законы, закон о редких заболеваниях, это основной закон, который на сегодняшний день может защитить наших пациентов, отсутствие подзаконных актов, отсутствие разрешения на введение новых программ бюджетных не дает возможности расширить существующие программы и таким образом включить наших пациентов. Но, в принципе, мы пока на сегодняшний день мы видим желание Министерство здравоохранения понять
наші проблеми і рішити їх. А до цього не було такого бажання? Як ви думаєте, чи це бажання, воно, власне, перевтілиться у дії конкретні? Я дуже сподіваюся, тому що вже рік ми не покидаємо двері Мінздрава, говоримо об этом, і постепенно, маленькими шагами, насправді, щоб добитися рішення цього питання, це треба пройти там определенний путь, багато ступенек пройти. На сьогоднішній день, мабуть, полпути пройдено, я би так з цим сравнила. І ми недавно в Мінздраві обговорювали програму бюджетну на 2016 рік і пообіцяли, що наша нозологія, легочна гіпертензія буде включена в цю програму. Ми продовжуємо над цим працювати. Ми об'єднались... Слухайте, якщо це там 100, ви сказали 102 пацієнта, ну, це не такі величезні гроші, в принципі ж, так? Ну, хоча й... Да. Це 60 мільйонів в рік. Так, у масштабах однієї людини 40 тисяч гривень на рік сьогодні це величезні кошти. Але все ж таки для держави винайти 60 мільйонів... На 102 пациента это порядка 60 миллионов. Тем более, я согласна с Андреем, очень важно здесь учесть тот момент, что если мы найдем препарат, аналог селденофилу дорогому импортному в Украине, что в принципе тоже возможно, мы говорим об этом с фармами, то мы могли бы несколько эту сумму уменьшить. Но с другой стороны, тут важен еще вопрос в том, что не все из препаратов, которые помогают нашим пациентам, зарегистрированы в Украине. Проблема редких заболеваний в том, что даже фармкомпании, они часто небольшие, и украинский рынок им не интересен, они не хотят даже здесь регистрироваться, и, а у нас не зарегистрированы. Зарегистрированный препарат не может быть включен в закупки, не может быть включен в протоколы лечения. И это создает еще одну новую проблему, что даже имея деньги, мы не сможем эти препараты закупать. Дуже якась сумна картина розмальовується. Я хочу додати, круг, пане Андрію. Так. Так, хотів би, ну, так, трошки якісь так крила надії, чи що. У нас є приклад такий, ну, дуже хороший серед підопічних. Це мати однієї дівчинки хворої. Її звати Світлана Макарук, а дитину звати Христинка. І от їй було лікарем прописано інгаляції вентавіусом, але через деякий час, на даний час їй це не потрібно, і мати погодилася з власної волі передати іншій хворій цей кисневий генератор для інгаляції. Тобто навіть суто людські відносини, які держава, м'яко кажучи, вмиває руки, а тут люди стараються один одному допомогти. Також коротко хотів би ще зазначити, що у нас у місті запроваджується така кампанія «Корок життя». В чому вона полягає? От тут до мене є такі флаєрки «Корок життя». Тобто по місту розміщені контейнери для збору пластикових корків. Це від води, від йогуртів, кефірів. Тобто все, чим людина користується і не затрачає ніяких коштів. Ці корки ми збираємо на склад і потім звозимо на переробну компанію, яка перерахує кошти на рахунок фонду для допомоги хворим на легеневу гіпертензію. Ми плануємо збирати ці корки до вересня, щоб більша кількість була. Вот такая компания. Я также хочу добавить и обратиться через экран к врачам. Мы сделали для докторов вот такую брошюру по диагностике и лечению легочной гипертензии. И, в принципе, мы готовы распространить по Украине в кардиологические центры всем врачам, которым это необходимо, чтобы это было их настольной книгой. Здесь основные принципы диагностики и лечения. И также для пациентов мы разработали брошюру, потому что, учитывая состояние необязанности и врачей, и пациентов сейчас этой проблемой, здесь они подчеркнут основные знания по лечению, которые они тоже должны знать, а также рекомендации другого плана, психологического, про физическую нагрузку, рекомендации по питанию, те вопросы, которые они могут решить уже сейчас, не имея доступа к лечению. Так, например, занятия йогой, умеренные под контролем специалиста, могут, хакта-йогой, могут позволить даже улучшить функциональный класс. И среди наших пациентов есть... Сама девочка Ирина Сидорчук, пациент, которая разработала комплекс упражнений этот, и скоро мы будем снимать о нем видеоролик. Также мы планируем сделать
прямую линию с психологом, потому что нашим пациентам очень нужна психологическая поддержка. И они, обратившись к нам, они могут получить номер телефона и напрямую связаться. А часто взагалі люди просто там, не знаю, впадают в депрессию через те, что вони... Очень часто, при том, депрессия наших пациентов, она имеет волнообразный характер, потому что проблема, даже если они решат какие-то проблемы сегодняшнего дня, завтра может ухудшиться самочувствие, и начинается новая волна депрессии. Эта безысходность порождает еще одну безысходность. И очень важно готовиться психологически к разным изменениям в своей жизни, потому что, как мы говорим, да, это тяжелый диагноз, но это диагноз, с которым можно и нужно жить. И вот вчера у нас было очень много пациентов, которые приехали, у нас была конференция, был юрист. Кстати, очень важно, вот я немножко еще вот об этом скажу, очень важна юридическая поддержка наших пациентов. У нас тоже есть юрист, который помогает им правильно составить заявление и добиваться лечения юридическим путем. Потому что очень многие отказываются от этого, но даже на местах эту проблему можно решить, если не бояться и отстаивать свои пациентские права. На сегодняшний день закон нас защищает. То, что нет подзаконных актов, это оговорки, все равно надо учиться защищаться. Пане Ігорю, от ваша професійна думка, я вже у пані Оксани запитувала, щодо того, наскільки в Україні лікарі взагалі компетентні у тому, як от допомагати людям із таким захворюванням? Ну, це не зовсім моя предметна область, але думаю, що не дуже. Тобто у нас не дуже високий рівень. І от на вашу думку, як лікаря, що треба робити, що треба змінювати? Прежде всего, эту проблему надо высвечивать. То есть создание реестров, создание... Их надо показывать, этих больных, показывать их реальное существование, показывать их массовость. Если не будет к чему обращаться, то ничего и не будет. Это касается не только легочной гипертензии, это касается всех редких и нередких заболеваний. Неизвестно, сколько у нас больных нуждается в пересадке печени, неизвестно, сколько у нас больных нуждается в пересадке сердца, неизвестно, сколько больных нуждается в пересадке почек. Это не такие редкие заболевания, как легочная гипертензия, но проблемы те же самые. Если мы говорим, что нуждается 1000, а в реальности в листах ожидания центра находится 2-3-5 человек, ну это не та проблема, которую стоит решать вообще. Ее надо высвечивать. Создание листов ожиданий необходимый и очень срочный шаг. И я думаю, что Минздрав или медицинские официальные структуры не очень заинтересованы в создании листов ожидания, потому что создавать списки больных, которым мы прямо сейчас не можем оказать помощь, это плохой путь. Поэтому этим контролем и созданием должны заниматься общественные организации, которые не зависят от статистики Минздрава, не зависят от каких-то условий жизни Минздрава. То есть, как это происходит, наверное, во всем мире. В Штатах этим занимаются общественные организации, которые создают и поддерживают листы ожидания. Медики должны просто подавать диагнозы и больных. Естественно, сохранение всех персональных данных и все. Это все чрезвычайно легко и быстро решается. Для этого не надо никаких изменений в законодательстве. Если мы будем иметь список больных, которые нуждаются в пересадке сердца сейчас, то мы не будем выбрасывать органы после забора, после осуществленных заборов. Мы сделали, статистика такая, что на 10 смертей мозга диагностированных, мы проводим 10 бесед с родственниками. Из них согласие дают 9 человек. То есть процент согласия у нас около 90. Это достаточно высокий, чтобы не думать о том, что какая вообще у нас презумпция есть. Тем более, что беседа с родственниками – это необходимая часть, ну, просто медицины. А уже из этих 9 человек, у которых мы получили согласие, мы забираем только 7 у 7. Ну, отпадает по медицинским противопоказаниям, кто-то из доноров является носителем гепатита, носителем... Ну, я знаю, что вот вы трансплант-координатор, то есть вы та людина, яка допомагає так людям, які потребують донорів. Я работаю в поиске и логистике доноров. То есть я нахожу тех больных, которые в отделении реанимации находятся со смертью мозга, беседую с родственниками, обеспечиваю... Много этапов, достаточно специфичных, по кондиционированию этих больных. Ввожу туда, приглашаю, потом туда трансплантологов. Трансплантологи, конечно же, этим заниматься не должны. Для этого должны быть специальные люди, которые называются трансплант-координаторами. Я знаю, что вы взагалі ледве не єдина людина такая в Украине. Там ледве не єдина. А чому так? У нас разговоры о том, что это должна быть отдельная медицинская специальность, ведутся уже... Около 30 лет, несмотря на то, что с самого начала говорили, что это проблема бесперспективная, что продвижение по
по этим структурам Минздрава о создании новой медицинской специальности занимает около 15 лет. Ну, то есть 15 лет занимает, ведется 30, а ВУЗ и ныне там. У нас нет такой специальности. Это не трансплантологи, это не анестезиологи, это не хирурги. Это люди, которые занимаются достаточно специфичной работой. Если они есть, ну, на Западе уже давно принято, чем больше трансплант-координаторов, тем лучше трубная трансплантация. Если их нет вообще, то ее нет вообще. Как у нас? У нас закон один для всех. И один закон о трансплантации и в Киеве, и в Запорожье, и в Одессе, и во Львове, и в Харькове. А трубная трансплантация только в Запорожье. Проблема не в законе, который работает в Запорожье, но не работает во всех остальных регионах Украины. Проблема только в организации. Пані Оксано, і все ж таки, от якою має бути програма для людей, хворих на легеневу гіпертензію? Єдина маленька ремарка в продовження теми трансплантації. Хочу сказати, що на сьогоднішній день трьом пацієнтам з легочною гіпертензією потрібна срочна трансплантація легких. І документи по ним подано вже Міністерство здравоохранения, є счета зарубежной клиники, но надежды собрать другим путем это каждый счет. Вы имеете на увазе операцию за кордоном, так? Да, конечно, потому что надежды сделать ее в нашей стране, у наших пациентов сколько нет. Сколько коштует? Мы нашли клинику, которая недорогая, 150 тысяч долларов. Это клиника в Индии, которая аккредитировалась в нашем Министерстве иностранных дел. До этого мы были в отчаянии, потому что Европа практически не принимает наших пациентов. Чем? Потому что Украина не входит в сообщество Евротрансплант, и у них очень маленькая, минимальная квота на людей, которым может быть сделана такая операция. Евротрансплант – это общество, которое, страны, которые входят, они делятся органами. Они говорят, раз Украина не является поставщиком органов для нас, то почему наши граждане наших стран должны делиться своими органами с вами? И был не один скандал связанный. А чему наша країна досі не є учасником цієї організації? Хороший вопрос. Достаточно много стран не является. Англия, Франция, Испания не являются членами Евротрансплант. Этим ничего не мешает. Да, у них есть свои. То есть это не проблема. А счет из Америки, который мы получили на одну из пациенток, он был озвучен в размере 1 200 000 долларов. То есть мы понимаем, что эта сумма нереальная. Нереальная для сбора денег, нереальная даже для оплаты государством. Поэтому хорошо, что нашлась клиника, которая готова сделать это за более реальные деньги. А как можно допомогти? Где можно найти реквизиты? Реквизиты есть на нашем сайте, есть реквизиты этих пациентов. Инфо, извините, pha.org.ua. Это сайт нашей организации. PHA. Да. Pulmonary Hypertension Association. Ну, я вот могу показать. Або можно забыть у Гугли просто, так? Да, конечно. Асоціація? Як... Асоціація легеневої гіпертензії і, в принципі, одразу нас знайти. Но мы надеемся, что все-таки эта проблема будет решена на уровне Министерства здравоохранения, потому что у ребят на сегодняшний день даже нет времени ожидать. Им это надо сделать срочно. Угу. А скільки часу? Сколько Бог отведет, но мало. Наостанок, і підсумовуючи все, про що ми з вами говоримо, говорили, пані Оксано, от покроково, якою має бути державна програма, яку потрібно ухвалити для допомоги таким людям? Самый первый шаг – это включение нозологии легочно-артериальная гипертензия в бюджетную строку, которая позволит обеспечивать препаратами наших пациентов. Второй шаг – это создание центров по диагностике и лечению легочной гипертензии. На сегодняшний день в Украине один единственный такой центр в Киеве, и он для взрослых. И очень важным является создание детского центра, куда смогут обращаться дети. На сегодняшний день они практически брошены. Они ходят по разным врачам с разными назначениями и не знают, как им даже лечиться правильно. Ну, соответственно, создание протоколов, ну, этот шаг практически уже сделан, он идет к завершению, скоро будет протокол, база для того, чтобы врачи могли это делать. Это, конечно же, обучение врачей, работа с ними, чтобы они могли вовремя определить это заболевание, продиагностировать, направить в центр. Но, опять же, центр будет эффективным только тогда, когда будет лечение, потому что если центр подтвердит, да, что у пациента есть это заболевание, но у пациента не будет возможности принимать лечение, это тоже путь в никуда. И в первую очередь надо решить этот вопрос.
І на сьогодні, знаєте, маємо те, що маємо. Тобто, от якби не такі люди, як ви, я думаю, що ця проблема, ну, вона взагалі була б, ну, дуже складною. Так, пане Андрію, я бачу, є що додати. І от чому взагалі ви, я потім це запитання пані Оксаною вам поставлю, чому ви взагалі вирішили займатися цією проблемою? Тому що я побачив, що я, наприклад, можу дихати, я можу активно себе вести, а коли я бачу, що людина мого ж віку мусить обмежувати себе у цьому, і при тому ж через дуже дороговартісне лікування немає державної програми, а саме держава має забезпечувати таких хворих, бо це є рідкісне захворювання. В інших державах це по-іншому зовсім іде. А в нас, на жаль, така ситуація. Тому кожна людина повинна не залишатися осторонь такої проблеми, тому що зовні хворі на легеневу гіпертензію, непомітно, що людина хвора, а насправді в неї є такі проблеми. Що... Пані Оксано, ви чому вирішили займатися цією справою? Ви знаєте, це тут питання, на який мені завжди дуже тяжко відповідати, тому що в 2003 році моїй дочері, коли їй було 13 років, діагностували це заболівання. І я, як мать, пройшла весь путь, який проходять багато родственники, столкнувшись з цим заболіванням, в 2007 году моей дочки не стало. И с тех пор легочная гипертензия – это мой личный враг, а семья пациентов с легочной гипертензией – это теперь моя семья. Дуже добре, що ви цим займаєтесь. І останнє запитання. Пані Оксано, на що ви готові? На що готові люди, які от поруч з вами, ваші однодумці? На які акції, можливо? На які дії, на які кроки, аби держава нарешті звернула увагу на цю проблему? Вы знаете, вот вчера, опять же, встречаясь с пациентами, мы обсуждали эти темы. Конечно, все хотят мирного решения вопроса, но они настолько доведены на сегодняшний день до отчаяния, что они готовы жить под кабинетом министром, под Верховной Радой, под Минздравом. Они говорят, давайте мы придем, ляжем, там будем лежать с кульками на голове, как мы это делали в прошлом году. Но мы очень надеемся быть услышанными. Мы докладывали о проблеме легочной гипертензии в Верховной Раде на Комитете здравоохранения. И по реакции депутатов мне показалось, что все-таки они услышали нас и будут пытаться что-то делать. И мы будем делать ряд шагов для того, чтобы, в общем-то, решить цивилизованно эту проблему. Панове, дуже вам дякую, що завітали до нас. Дякую за ту добру справу, яку ви робите. Оксана Олександрова, голова правління Асоціації хворих на легеневу гіпертензію. Також Голий Андрій, юрист Львівського міського благодійного фонду «Сестри Даміли». Та Ігор Писаренко, лікар-анестезіолог лікарні швидкої допомоги міста Запоріжжя. Ріжа, трансплант-координатор, були у нашій студії. На цьому наше спілкування у прямому ефірі ще не завершене. У наступному ефірному блоці будемо говорити про новий порядок надання субсидій. Дивіться, буде цікаво, не перемикайте.